Свадьба одним кликом. Обрученные все чаще подают заявление на регистрацию брака через сайт госуслуг. Идти в ЗАГС в конкретный день, чтобы успеть забронировать дату, уже не нужно. Это прошлый век. Заполнить заявку и выбрать нужное время можно через интернет. Сейчас на портале «Ажиотаж». Исходя из такой динамики и с учетом того, что жители предпочитают планировать свадьбы в теплое время года, этим летом можно ожидать на портале госуслуг свадебный бум. Брак по сети может оформить каждый зарегистрированный пользователь портала электронного правительства. Эта услуга бесплатна. Она же сэкономит и нервы будущих молодоженам. А парам не нужно с рассвета занимать очередь в ЗАГС ради желаемой даты. Всего через пару кликов их будут ждать во дворце бракосочетаний. Услуга, говорят специалисты, пользуется популярностью. С начала года уже подано 1500 заявлений через интернет. И это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Это сильно разгрузит сотрудников ЗАГСа. У них как раз горячий сезон. Мы просто пришли после работы вечером, зашли на портал, зарегистрировали, подали заявление, выбрали время, дату. Спустя буквально там несколько дней нам пришло уведомление о том, что нужно прийти, подтвердить заявление, подтвердить документы, время и прийти в ЗАГС для этого, собственно. Все, теперь готовимся.